проблему детского питания во второй Авидиопольской школе пытаются решить пирожками. Ну как вы можете торговать кондитеркой и детям продавать? Вот просто приехали, в мешке привезли, а не дай бог кто-то отравится. Потом кого искать виноватых? Уже никто не отравится. Уже никто не отравится. Ну поймите, ну вот нам сейчас жалуются. Ну вы хотите чем-то заняться? Идите снимите помещение в школе и торгуйте там. Я просила, никто не дает. Не дают? Нет. Не а чего? Ну, говорят, что маленьким не дают. Маленьким кого? Ну кто хочет маленьким бизнесом заниматься. Так как это не дают? Ну что это? Я пойду в видеосвиты задам. Ну просто, ну это согласитесь, но ну, это не красиво. Ну что это за торговля в мешках детям привозить? Мне кажется, это не совсем правильно. Понимаете? Ну мне кажется, это не совсем правильно. Вы поймите. Так, ну я вас прошу, давайте или упорядочьте свою деятельность, потому что мы боремся с уличной торговлей. Спасибо, до свидания.